Так, ребят, вроде все восстановилось. Короче, просралась в итоге запись, естественно. Я не знаю, ребят, что с интернетом приключилось у меня сегодня такое, без понятия. Но почему-то, короче говоря, проблема очень серьезная, вот. С ним. С этим сраным интернетом. Линок сам третью хату ставит. Но у нас очень такая грозовая погода. Ветер такой, конечно, не шквалистый, но метров 10-12 в секунду точно есть, я думаю, и может быть и больше до пятнашки. Вот. Может быть в этом причина. Не знаю, короче, ребят, в чем может быть причина вообще, но как бы косячит она здесь. Линок опять, кстати, в милишные грейды играет. Чертяга. Так, 52-50 по рабочим, былая третья начинала добываться активно. Ну там собаки и роуч ворон у Линока. То есть он, похоже, делает Линга Реваджера Улын какой-то. Здесь нечто похожее на предыдущую карту получается. А Блай делает Нидус и с роучами Нидусить будет сейчас. Вот, спасибо всем за то, что сообщаете, что и как, ребят. Я, к сожалению, я надеюсь, что больше такого не будет повторяться, но судя по тому, что сегодня уже это, ну, происходило, возможно, как бы и будет. А, кстати, знаете, в чем дело? Это ж вонючий... Блять, Пскуфлайн. Сегодня же первое число, ребят. Может быть, у них какие-то там эти, ну, чисто технические эти разрывы, как вот, короче, сессия, типа вот, когда еще деньги посылаешь, получается, да, как бы, за инет, и в тот день, как бы, бывает разрыв, потому что всегда стабильно, потому что там, как, ну, мне говорили, сессия там прерывается, ну, у них так сделано просто, хотя можно сделать, чтобы этого не происходило. Вот. Очень много роуча от Блая выходит. 16 аж штук, блин, 19. А там 60 собак, ребят, Блай сейчас развалится. Куда он ломится-то, Блай, ты чё? Сам пришел в окружение. О, Блай дает. Плюс один грейд не готов. Не вижу смысла еще сюда роуч приводить. Собаки со скоростью, собаки-то оказываются сзади, роучи тут достаточно выгодно размениваются, кстати говоря. Надо не давать им в проход сюда пройти. Еще один Нидус от Блая по оппоненту. Так, садится роучами всеми внутрь. Спасает часть роучей, кстати говоря. Ну, не надо лезть ни в коем случае. Блая нужно копить. Кулак, копи кулак, Блай. И просто делай плюс 2, да, и убивай всю эту срань, короче говоря. Это все контрится плюс 2 апгрейдом. Ну, потому что вторая броня уже не зарешает здесь. И масс роучами просто, и все, Блай понимает, что лезть ему не надо. Кстати, прикольно этим Нидусом, то есть не только атакующий, мы увидели сейчас Нидус спасения роучей получается. Так, людей подрастерялось из-за падения, блин, ну бывает такое, да. Здесь 14, 2 рабочих не хватает, здесь на 4 перебор. Ну, в принципе, да, здесь минералов меньше, здесь нормально 14, а 20 здесь нормально, как бы.
Блай садится в Нидус, опять Нидус собирается пилить, что ли? Так, пошел Нидус наверх к Чендингу сейчас. Кстати, интересно. У Блая сколько? 41 роуч, там 45, тут 10 роуч и 16 лингов. 6 плеток линок ставит сейчас. А что он собирается? Во что он выходить собирается? Чуть пока не понимаю. А, 9 муталей заказано. У Блая роучи вылазят сейчас. Ну, я вот не уверен. 10 муталей это много, кстати говоря. Нет, когда стоп дропается Энет. Погодите, а что Блай тут тупит-то, я еще не пойму. Ну все, мутка готова и все. Теперь несколько секунд плюс 2 будет. То надо уходить отсюда просто и все, если Блай не хочет атаковать. А, у него подземный мув скоро будет готов. С подземным мувом уже можно вопросы решать, в принципе, как бы. А вот без подземного мува, это да. Заходит Блай. Да пробивает эти здания. Так, там 6 плеток. Муталисков 6 штук там бомбят. И очень не слабо. Все, подземный мув готов. Прекрасно видит это Линок, что он готов строит оверсиров. На сваливать Блая. Зачем он отдается здесь на муталисков? Я понятия не имею сейчас. Отдал все. 15 роучей дома. Инфестейшн дома. 4-й базы главного Блая. Нет, что самое интересное. Так, да закопайся ты всеми, уйди ты нахер отсюда уже. Так, часть здесь роучи заползает на мейн. Часть на четвертый. Или на вторую она заползает. На вторую часть роучи заползает. На второй сныкали. Здесь ушли. 181-151. Полемит пока у Блая нормально. Я не понимаю, какие, почему инфесторы-то? Закажи ты гидры, ё-моё, штук там, я не знаю, сколько-нибудь. Ну, троучи пришли, а дальше что? Хату они не отменят. Копаться, уходить. Но Линок не дурак, он собак просто сверху приводит. Здесь сейчас роучи уползло уже. В то время мута приходит, шаты. Блять, просто муталисков сколько? 2 штук. ГГ, Блаю, короче, просто, блядь, вел всю игру и так нелепо проиграл вообще. Ну, кореец на опыте, конечно. Порок дома нет, ничего нет. Здесь какие-то кривые вообще. Вот увидел муту, зачем здесь дрался? Свалил бы сразу вообще отсюда. Сделал бы гидралов, грейды есть, все есть. И все бы нормально было, блин. Нет, Блай зачем-то здесь дерется, роучами просто отдается. Там 6 плеток было, здесь мута его атакует просто. Да. Может задержка сказывается немного. Ну плюс Блай явно и волнуется здесь против корейца, играя. У Линока там уже хайф, я насколько вижу. На мэне роучи пришли, Блая. Неплохо атакует. Да не хату. Нет, ну хату правильно Блай сфокусил, но... Так, на мэне тут шатает. Сколько муталисков? 24 еще, 2 муталиска дел. Все, уже гидралиски. Да даже инфесторы здесь не помогут. 33 дрона, тем более у Блая. Да ну, вообще, как так-то? Так, прикольно отступил. Все нормально было. У 200 лимита просто. Тем более есть Нидус. Нахрен инфестор это. Сделай. Видно же, что было у него роучи собаки без беллингов даже. Блай, конечно, не был уверен в беллинг-несте. Но состав армии с 0 беллингов там было. 0. Сделай гидроден. Это быстрее всего. Один грейд, дальность, скорость. Все. Закажи тут там где-то 10 бы гидралисков. 10-15. И все. Под корень бы сбрил бы его. Нет, Блай что-то намудрил здесь. Нидусы какие-то отдался в итоге. Ну тут ничего не поделаешь, ребят. 2-1 надо сейчас нормально сыграть с Харрикейном, с Кином. И тогда будет шанс. Ну Харрикейн вообще мощный очень просто. Кин, я думаю, Блая по зубам. Хотя Кин тоже мощный в последнее время играет. Фаерболил оверсира. Здесь опять заползание идет. 173-174 по лимиту.
Ну, тем не менее, Блай практически на равных с Линоком играет, ребят. Кто еще в СНГ может так? Никто не может, к сожалению, так пока что. Да не практически, а на равных, ну, особенно вот вторую карту уверенно взял, как бы. Первую уверенно отдал. Причем макро отыграл лучше, чем первый пуш вот этот вот. Так, там пятый хатес у нас пошел. У Линока уже 10-4 восстановлен. Давай 117-195. Ну, Блай тянет, типа у него есть шанс, а здесь уже три ультралиска стоят. Сейчас они будут с уникальным апгрейдом. У Блай, кроме, кстати, этих реводжера инфесторов, нечем вообще убивать этот. О, нашли роучий. Офигеть, Линок просто роучий нашел. Он видел, в какую сторону Блай полз, как бы, и все. Здесь Блай в наглую заползает. Тут три ультрала рядом стоят, они развалят все в хлам. Хорошая реакция от Линока, заметил, что по звуку Версира взял. Одному роучу повезло, он спасся, но все-таки Линок его обнаружил и минуснул. А здесь порка есть вообще. Ультралы пройти не могут, только собаки роучи грызут здесь в этом проходе. Здесь ультрал достает и просто аннигилирует. Блай решил гидроден заказать. Очень вовремя. Очень вовремя, блин. Там третья броня. Два атаки на воздух. 2-2 земля у Линока. То есть, и, ну, вы понимаете, что... Это последняя атака. Да, можно накидать сейчас мифозов пару. Но толку от такого количества инфесторов нет, когда... Блин, грамотно залетает мутой, просто все разбирает в мясо, как бы, и все. ГГ, Блай пишет. 2-1, Блай против Харикейна, ждем матч. Уверен, на 5 лет платья не сидишь. Ну, ты как уверенный бичара, как бы, ну, мы это понимаем, как бы, все. Вот. Одно дело уверенно в платье не сидеть, другое дело уверенно в топ-8 Европы входить, как бы, стабильно. Ну, вот. На ВКС это другое дело.
Так, ну что, Блай Харикейн. Кин на БТСЛ. А, ну да. Кин на БТСЛ. Так. Кин, короче, готов сыграть Блайм сейчас, ребят. Резко, потому что ему потом БТСЛ играть. И мы ждем Кина. Ну, будем надеяться, что нормально Блай отыграет. Так, без негров две ставки на Блая. Какие две ставки на Блая?
Так, ну что, инвайт идет, блайкинчик сейчас будет у нас. Ну все, блайкин, ребят, поехали. Так, нет, с конторами больше ни с какими не сотрудничаю. Вот, потому что конторы пургу прогоняют всякую. Ну что, ЗВЗ Блай сыграл, проиграл Линуку 1-2, правда. И это важно, то, что вот в этой системе, как у Варди, важна каждая карта. То есть, очень важно, что Блай эту карту взял. Здесь сейчас ставки делают. Да, где хотят, там и делают. Есть сайты. Заблокировано, да. Все заблокировано, только в каждом городе, мне кажется, контора есть. Вот у меня тут две конторы рядом с домом, просто относительно минут 5 идти. Пожалуйста, ставки. И в интернете-то тем более все время будет это все дело. Такс. 17 хата газ пул у Блая. У Кина газ бара Крипер ЦЦха была. Факту второй газ заказан. После Рипера сразу же реактор под факту на вторую депоху пилить. Что-то Кин тут, кстати, навтыкал с депоху, мне кажется, не? Хотя ненормально-то, может быть. Так, сколько? Депоха 7 секунд строится. Рабочий 12. Ну, примерно одновременно достроится депоха. Хотя не, немножечко там на пару секунд рабочий задержится здесь. Ну, на пару, реально, тут совсем чуть-чуть. Вот. Но все равно, даже таких лучше не допускать тем. Зачем на пару секунд рабочего задерживаться? Можно вовремя депошечку заказать. Так, собаки тут что-то бегают туда-сюда. Забегает Блай. Ни рипера, ничего он здесь не сгрызет. Так получил информацию немножечко. Что есть Старпор, что есть факта с лабораторией. И здесь, между прочим, танки делают. То есть это какой-то выход, возможно, даже до стимпака будет сейчас со стороны Кина. Нет, это дроп сначала минки с мариками, а потом уже, наверное, выход с танками какой-то будет. Не знаю. Как это все будет выглядеть в перспективе?
Так, не, ну у нас-то город небольшой, поэтому ставочных ларьков у нас не так много вообще. Иконки в продакшене. Так, хорошая очень забегаловка от Блая здесь идет. Марики минус, танк минус, да эпоху не закрывает Кин. Это ошибка с его стороны. Собаки продолжат грызть и мейн. Но тут очень вовремя еще танчик выходит один. Рипер возвращается, но от Блая собаки все новое и новое подходит. А где дроп Кина вообще был? Вот он вернулся, этот дроп. Ну, Блая собак, пачка хорошая сюда подбегает. Забегает на рампу, но тут Кин хорошо как дропнулся, и танк сзади, и рипер гранатку кинул. Немножечко не хватило. Линок Бла и линок 2-1. Так. Режим готов. Я не продержусь в одиночку. Режим готов. Клана новенького. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Так, понял у тебя жест, ну прикольно выглядит. Может тогда только единственное. Режим готов. Улучшение командного центра завершено. Место мародера люркера, а место ультрала, например, Архона белого и батлкрузер последний тирановский, как бы топовый. Два зерга, два протца и самый крутой тирановский. А если шестой слот ведут красного архончика добавить из первого Старкрафта, например, к его. Было бы прикольно. Но как-то мне вот не очень нравится иерархия, вот это вот мародер, который хрен знает. Зилка не особо сильнее вроде как. Никто не собирается зарабатывать на ставках просто для подогрева интереса. Ну, большинство людей, вообще, которых я знаю, они и заработать не прочь на ставках. Так, просканил Кин. Тут крип вышатал в центре. Ну, посмотрите, у Блая 2-2, 70 дронов. Все замечательно, просто прекрасно. У него. Кин продолжает идти вперед здесь. Крип вычищаем. Главное, надо отбивать эти смешные выходы. Желательно отбивать их с минимальными потерями при этом всем, мне так кажется. Но если он будет беллингами без покатушек и лингами в линию так заходить, как он сейчас заходит, то он ничего вообще не... Так, здесь беллингов наморфил. Ну, до беллингов собаками просто ворвался. 5 КСМ их унес, конечно. Здесь марики подошли. И что, а смысл беллингов? Туда уже не вижу смысла заводить. Здесь покатушки, минки делают зал. По-моему, себе Кин больше дэмэджа нанес здесь. Марики без щитов, Блая легко достаточно отбивать. 36 собак еще. Да заказано, как беллинги-то вовремя пришли. Я был не прав, Блай очень вовремя беллингов, да. Подвел сюда. Взрывает все на третьей базе. Ну и неплохо пока все у него получается здесь. Еще 9 беллингов, 52 собаки строятся. Шпиль 2-2. Хайва пока нет и не планируется, насколько я вижу. Так, ну не надо четвертую отдавать на мариках-то, Блайчик.
Конечно. Не отдает четвертую Блай на мариках. Так, собаки оббегают там сверху что-то. Синие собаки Беллинги оббегают. Беллинг-бомба Блай! Хорошо взрывается Беллинг-бомба. Кин теряет часть просто юнитов сразу. Так, Беллинг... Минки Блай сгрызает моментально, кстати говоря. Хорошо, что здесь были оверсиры. 118-6, и здесь Беллинг с тыла закопанный, как он четко ворвался. Блин, Блай молодец. ГГ Ким пишет 1-0 Блай, вот это хорошо уже. Если Блай сейчас Кина выиграет, то у него шансы выйти будут из группы хорошие. Потому что там карту взял, и с Харрикейном можно тоже карту взять, получается. Прыгаю в игру, Кин спешит явно сейчас. Так, ну что же, хорош Блайчик. Ждем продолжения, ребят. Здорово всем. День у нас, белый день. Вот, не знаю, вот смогу ли до конца достримить. Постараюсь до конца достримить. Но вообще, как бы, к 17, как самое позднее, я хочу Машу из садика забрать, потому что она там меня ждет, плачет, сидит, как бы, постоянно. Вот, и как-то не очень это все дело. Сегодня вечером у нас что? Сегодня вечером Стегов ОСК за очки у нас будет. Можно будет по фану застримить, кстати говоря, его. Все равно больше делать нечего будет. Опа. Завтра ВСЛ индивидуальная лига, кстати говоря, будет. И Кунг-Фу Кап завтра будет еще. Блин. Сука, совпадает все, а? Не очень это хорошо, конечно, совпадает столько всех матчей. Ксигуа пили-пили, еще там Чик Мейджор. Ну, хорошие там карты. Минг Хэс. Так, Найс Нип. Лига Клан Лига. Короче, что-то много там. Реально много. Угу. Пятницу еще ВСС квалификация будет. Ну, ладно, короче, постримим мы, поразберемся. Короче, сегодня-то вечером, я думаю, надо мне отдохнуть маленько даже, я бы сказал так. А завтра тогда плотный день с ВЦСом, со всеми делами. А, тут Бэйн был из тех, что убили 2-2.
Да мне тут просто JS пишет про смайлики. Я хочу уже за премиум смайлики вести. Ну, не смайлики, точнее, иконки, блин. И я пропустил, как ты вообще 2-2 убил, получается. Ну, ты уже в игре, поэтому ты этого ничего не слышишь. Игра. Вот, скорее всего. Вообще, красиво, привет, Air Max, привет всем. Красиво все сделал с Кином Блайдис. Хорошая макро. Разбаниваю Фурианина, не знаю, за что он там забанен был. Вроде нормально все. Да, тут случилось слив он eSport, ничего не случилось, как бы просто там Кирилл постоянно что-то условия менял, вот, мне это не надо, как бы, это никому не надо, то есть, типа народа мало, как бы, за последний месяц пришло, ну, бесконечно-то оно не будет идти, просто если я, как бы, показываю там что-то, то... И люди более активно будут там что-то делать, как бы, скорее всего. Хотя, как бы, кто заядлый, он и так будет делать, да, как бы, получается. Ну, в общем, как бы, ни с кем теперь. Ставок нет теперь у меня в сотрудничестве. В сотрудничестве никаких. Так, ну что, реперочек, ребят, пролетает. Благов сейчас быть не должно. Сегодня был разрыв один, как бы не знаю, по какой причине вообще. Кина ЦЦХ сверху, стимпак какой-то очень ранний с одного барака. Ну, сейчас бараки-то еще добавятся. Здесь гелик и либератор, какой-то странный прям билд. Здесь у нас три гелика, причем нечетное количество кин, как ты их подстроил, странно сейчас. Так, рипер падает, три гелика осталось здесь у кину. Блая собаки подстраиваются. В общем-то, отдача ЦЦ, конечно, это было печально, да, для Кина. Вот, но Бла еще нужно для победы, до победы довести этот матч. Так, здесь Либератор раскладывается. Три королевы прямо здесь уже сразу же его крошить. Начинает трансфьюзик Бла. Хорош выбивает трансфьюзиком. Контрзабегание великолепное. Просто гелики где-то не здесь находятся. Собаки вгрызаются. Тут Марики надо было вот что покуснуть. Видно было, что Мул... Самая выгодная цель, новейший мул, он больше всего ресурсов бы принес. В итоге Блай ни Мариков не сгрыз, ни хрена не сгрыз. И 11 роучи вперед идут, плюс собаки идут вперед, делаются реведжеры.
Кин поехал куда-то там. Кин не понимает, что Блади сделает улын уже сейчас. И он очень в тему сейчас зайдет, этот улын. Вот сейчас только Кин понимает, что Блади делает улын. И у него все очень плохо. Да, еще два гелика минус. Два там уходит, причем один на краснющем хп. 10-5 мариков стоят. Ждем ГГ от Кина. 2-0. И хорошо, что карту не отдал. Это еще больше увеличить шансы на выйдет. Так, ГГ Кин пишет 2-0. Кирилл Еврей. Да нет. Так. Не еврей, как бы. Почему еврей? Просто StarCraft не самая популярная дисциплина. Я понимаю, что там не, ну, меньше людей как бы с него приходит, там и денег меньше приносит. Вот. Ну, как бы тоже не очень красиво было с его стороны, потому что, ну, вот, с тем же Кибеном, который в итоге выяснилось, что тоже не очень красиво, ну, с людьми как бы поступал, как бы, ну, больше года мы там сотрудничали. Вот здесь, ну, хотя бы, то есть, ну, у нас не было договора изначально, да, как бы, насколько, то есть, если был сразу договор на, там, типа, будем 6 месяцев это делать, как бы, ну, сказали бы через 2, то это было бы кидалово, но у нас не было никакого такого уговора, поэтому все нормально, как бы. Так. Люркер неудачный вариант. Погодите-ка, что там есть-то еще у Зерга такое мощное? Гидралиск, Муталиск. Рудборд Вайпер есть, Инфестор. Как не очень Кибет поступал. Вроде как и все по правилам, но, ну, лимиты резало, если кто-то выигрывал, как бы моментально, там, 700 баксов выиграл, человек 500, там, как бы, все, лимиты срезали, как бы, там, некоторых прикрывали, типа, что там, второй аккаунт, там, или, ну, человека, там, просто, типа, с жены там аккаунт был или что-то. Ну, то есть, это вроде по правилам, но, с другой стороны, никаких вроде правил и не нарешает, там, ну, как-то были такие моменты, то есть.
Так, ну что, Харрикейн против Блая теперь, ребята. Опа, Блейк и рубль поддержал, ничего себе. Июнь, 1 июня с 1 рубля начинаю просто. Реально топчик. Почему? Идет на ГГ. Почему он не идет на ГГ? Все идет. Прекрасно тут все идет. 300 с лишним человек смотрят. Между прочим. Ну что, черкает Блай, получается, Блай идет, 1-2 он слил Линоку, 2-0 выиграл Кина, 3-2 Блай идет сейчас по картам, если он хотя бы карту у Харрикейна возьмет, еще у него шанс просто великолепный будет выйти, там просто не от него тоже будет зависеть, вот. Как задонатить? Ну, руками как бы. Просто я вижу с андроида, там с приложения, я не знаю. Там надо смотреть. А так под плеером кнопочка поддержать. Так, прыгаю в игру. Я не знаю просто насчет приложений и АХЗ по поддержке, так что по реквизитам. Так, ну что же, ребят. Сфейрос поддержал ваш канал на 1000 рублей и сообщает: хорошего месяца тебе, Поми. Спасибо, Сфейрос, большое. Приятно в первый день. Что, ну, поддержку видеть в первый день очень приятно. Вот. Безусловно. Тем более, с прошлого я уже вывел все. И все пойдет это в этот месяц. Ну, июнь-то я буду здесь в основном. А вот в июле уже поганю. Видишь, рубль и рубль приманивает.
Так, секунду, ребят. А. Короче, всем спасибо за поддержку. Ребят, здесь Блайз золото сразу начинает. А что же, кстати, Харрикейн? А, он разведывает, и он золото сразу запалил. Но инкаму Блайз резко подпрыгивает вверх. Конечно же, по сравнению с просто инкамом. Золото очень важно здесь, конечно, качать. Здесь строятся рабочие. 4 линга дома строятся вообще. Да я хз, я не знаю, почему Assets бывает, почему такая фигня, там просто ГГ сейчас там что-то обновляется, много всяких хреновин, как бы, и поэтому так вот получается. Так, адептом Кин за... простите, как Кин адептом. Харри Кин адептом собак Блая принимает. Блай видит, что здесь бы этот Твайлайт с глефами. Но это знаете, что значит? Это значит, что хочет золото явно подпрессовать здесь оппонент Блая. Так, ребят, кто вот наличные подписывается, премщики, скоро будут введены картинки, кстати говоря. JS-у спасибо за то, что помогает в этом направлении. Вот. Там у нас юниты. Идея юниты, как бы. От слабого к более сильному вообще. Так, JS, да, делай, конечно, но шестой-то пока он все равно не нужен будет. Я думаю, что шестой нужно мазершип-то, а делать это чисто из второго Старкрафта. Хочешь, я задумал красного архонта. Ну, хотя, да, красный архонт как-то странно здесь выглядит, вроде как. Роучер Эва Джерлинга пуш сейчас идет со стороны Блая. У оппонента его нет ничего воздушного, кстати говоря. Так, собаки заходят, сталкера окружает резко. Блайлингами сталкера убивает, кстати говоря, он резко очень. Здесь на рампе адепт заходит сюда, Блайк, этому адепт. Фаерболы падают в линию минеральную. Заказан овер, так, выставлен оверчаш. Призма летит вперед, здесь нету, в итоге, погодите, нету здесь филда. Пилончик Блай минусует, отключает все, ребят, это очень похоже на 1-0, шансы выйти из группы становятся просто великолепными для Блай. Еще все Блай сегодня что-то в ударе прям, да? Сзади подходят сентри, что они могут сделать? Ответ очевидный, ничего. Не могут они сделать, две сентри уже падают, пилон восстановлен, Блай его сразу же отменяет, этот пилон. Собаки все новое и новое дотекают, это замечательно. Ну да, последний на будущее. Конечно, батл сильнее карри. Роб поддержал ваш канал на 1777 рублей и сообщает: привет всем. Хорошего стрима. Спасибо, AeroGTT, а еще и Блай радует, что самое главное сегодня. Так что сегодня это...
хэштег не в стёп, а по делу. Короче, ребят, да, Battlecruiser сильнее Кай. Я думаю, Battlecruiser даже просто обычным дэмэджем оклик в оклик карьера убьет без... ну, если грейдов нету. Да даже со скоростью вылета интерсепторов. А если с Ямато, то он вообще, короче, карьера разберет вообще в хлам тогда. Ну и Мазершип он разберет, как бы, скорее всего, но Мазершип важнее просто. Спасибо всем, ребят. Так, как на кошелек ГГ закинуть все деньги, чтобы потом поддерживать? Вот вопрос хороший, а такая возможность разве уже есть? Кто-нибудь вообще в курсе? Вот, я, честно говоря, без понятия вообще. Так, написал вопрос по поводу кошеля ГГ в чат, ребята. Блай 1-0 ведет. Будем там разбираться. Мне нужно будет после матча Блая перезвонить. Вот и сказать. В первой части Battlecruiser в хлам Кайра разбирал также. Без Ямато он его дэмэджем убивал в мясо. У Кайра было 7 брони, но Кайра задача была не противовоздушная. В первой части Кайра был, он был против земли очень серьезен. То есть, получается, как, допустим, авианосцы, ну, сейчас в реальной жизни, они, ну, а их задача, как бы, они... Получается, они с флотом могут бороться, да, там, допустим. Но их задача на американских, это против земли бороться, удары наносить, да, как бы. Так и в первой части карьера. А Battlecruiser, он просто как крейсер, то есть он, ну,
Не супер эффективен по земле, но он против всех силен, как бы в среднем, но имеет минусы свои. У него дэмэджа 30 было, у него не пиу-пиу-пиу было, как во второй части, а у него был пиу-пиу. Ну, медленно он стрелял, но по 30, то есть он, ему броня мало важна была. И по 3 дэмэджа за агрейд, у него 39 с тремя атаками было. Они очень мощны были в первом Старкрафте. Ну, из двух Ямато также карьера убивал, правда, она 250 дэмэджа не 300 наносила сейчас. Ямато 300, насколько я понимаю, наносит урона. Вот. RGTT, все хорошо. Эту неделю уже все дни, короче, бегаю. 3 дня уже 2 раза в брусь турник сходил. Все болит, короче, по дичи. Вот. Секундочку, мне что-то Даша настойчивые смс-ки скидывает. Сейчас я перезвоню быстренько. Не знаю, что там дело. Может, случилось еще. Сейчас, подождите. Вот Машу из садика раз надо забирать. Войска Роя атакованы. Войска Роя атакованы. Барс 54 ру поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. На победу Блэ равно. Спасибо за позитив равно. Так, ребят, спасибо Барсте, большое спасибо всем громадное за поддержос. Очень. Надеюсь, что Блай победит. Тут раз Машу не догрела из садика, надо забирать, то он там плачет, сидит. Она после того, как аденоиды удалили, 2 месяца в садик мы не ходили просто, а теперь, ну, резко начали водить, и она там плачет, сидит. И говорит прям, папа, что ты так поздно приходишь, блин? Вот. С утра со слезами, короче. Завтра, сегодня, если не поздно лягу, то завтра, как бы, ну, сам ее отведу, по ходу дела. Когда с мамой тяжелее расставаться, еще и, как бы, вот. Ну, так, спасибо громадное всем за поддержку, ребят. Был бы премного благодарен, если бы мне кто-нибудь пару соток на какой-нибудь киви или на карту скинул. Я могу с ГГ-кошелька там пару-тройку премиумов взять тому человеку. Потому что тут необходимость на электронном кошельке появилась. Пара соток рублей. Вот. Ну это как бы так, если нет, то нет. Вот, если у кого-то есть возможность, то... Отпишите, как бы могу компенсировать премчиками. Скоро тем более будет. Короче, картинки будут на премиум какие, ребят, за подписку. Там 1 месяц Z-Link, 3 месяца Z-Log, полгода Муталис, год Архончик белый, 2 года Battle Cruiser, короче, вот так вот. Если еще слот ведут, то на 6-й подумаем. Я думаю, что это или Мазершип будет. Я вообще хотел Красного Архона, потому что он как бы любого переманить может. И, ну, прикольно так выглядит. Но я не знаю, найдется или получится вот GS там картинку найти его. Короче, здесь Блая подхарасил. Очень неслабо сейчас Харикейн. Делает чаш, делает зилков, делает Архонов. Делает плюс один, собирает стаковать. У Блая шпиль. У Блая больше лимита, у Блая больше немножечко рабочих. Но здесь продолжается харас. Вот Зила с Архоном прилетели. Ё-моё, рабочие падают. 3 дрона минус. Неприятно. Сука, время, кстати. 15:36, нормально. Еще пока успеваю, в 5 бы хотя бы Машу забрать бы. Может быть, я просто сделаю как, ребят? Я напишу Вардиш, мне надо ребенка из садика забрать, отойду, поставлю его стрим, пока вам на рестрим посмотрите его. А потом я с Машей сюда зайду и там пару последних, или там 1 или 2, вот 3 последние, например. Ну там, пока она побегает здесь, а я отстримлю вообще.
Так, ну что, приходят сделки, 5 штук. Здесь Архончик прилетает, пытается Харикейн Блая тут расхарасить, не так-то просто это сделать. Блай теряя 5 дронов, правда, но отбивается, но по лимиту как-то так. Да, уже 1-0. Бумаж говорит, с кем папа работает? Папа работает дома, она говорит. Здесь, на Чехова улице. 157, 148. Да неплохо Блая идет, пятую хату ставит. Блин, вот реально, как игра Блая, картина, да, изменилась? Ведь может же, когда захотел так натрениться, играет. Муталисками принял призму. Сейчас здесь у нас фениксы вовсю подстраиваются у Харикина. Давай, минусуй его, гада. Блайчик, не могут муталиски догнать этого феникса, чертова. Здесь камни пробил, проход здесь появляется. 82 дрона, там 78 пробок. Тоже пятый нексус делает, штормов уже очень много. Люркер Дэн, да, будет. А не проще ли брудов было сразу? Так, спасибо, Эсфейрос, блин, тебе громадное, вот. Как раз. В кооперейшн играет персонаж с Красным Архоном. Может, я и сам поиграю, тогда заскриним, что там, проблем нет. Вот. Спасибо тебе большое. Если хочешь, я могу премов пару взять, тройку. Вот, личных. Или ты без... Там, не знаю, смотришь ты прем или нет. Вот. Солар выиграл. Молодец, Солар. Просто, ну... Кстати, например, если кому иконки понравятся, можно, например, если кто какую хочет, можно сразу просто за раз активировать, там, допустим, 6 премиумов, у вас полугодовая будет иконка. Муталисками Блая приходит, 199-167. Чё себе Блая просто... Офигеть, фениксов хлам там разбирает. Муталисков здесь 16 штук, продолжает шатать газ. Очень четко все это делает, на штормы прилетел. Да залететь архоны не прикрывают, просто заставить штормовиков кидать самих себя штормы, и все будет прекрасно, по-моему. Муталисков уже 20 плюс штук сейчас будет. По 2 феникса, да все. Вот иногда в лайне чувствует, по-моему, как пора остановить продакшн. Остановите. Остановите муталиском, надо выйти, ребята. Хорош муталисков-то строить, это уже ресурсы. Надо уже переходить в землю активнее. Там ультралов и т.д. вообще. Залетает мутка на вторую. Унижает Блай, тут еще пробок, 4 минус в итоге. Мазершип кор, мазершип здесь, а не кор. Феникс врывается Блай. Хорошо, 2 минуснуло, Сталинг задемеджил. Смещается сюда, к центру, здесь 3 архона, не надо на архонов залетать, блин. Они могут развалить вообще в хлам просто. Так, Никдемин 200 на Сбер присылает. Спасибо, ребят. Большое, короче. Всем. Блай наламывается. Блай-то в это время пятую здесь базу унижает. Просто попросил я вас, и вы мне тут завалили вообще. Вот. Блаю сколько лет? 28 где-то. Спасибо, ребят, всем. Вот, если кто там, кому, кто присылал купить премиум, премосы надо, напишите мне, короче. Так, Эсфейрос. Да, если ты мне пишешь, что сейчас тебе попозже 3 према куплю, то с ГГ кошелька, короче, активируешь, будешь зелком, как картинку добавим. 166, 154, 3800 на 2200 по лимиту.
Вообще нагибает Блай жестко. Просто нагибает. А ведь Харикейн, и он, конечно, не самый тупый, но в последнее время он уверенно выступает, на самом деле, очень даже. Грейтер Спайр почти готов. А есть Караптор у Блая? Да, 9 есть, сейчас 9 брудов. Ну, там Темписты, кстати, пошли. И Карреры. 9 брудов, ну, к брудам-то надо Карапторов еще-то заказать, чтобы их кто-то прикрывал по воздуху, получается. А то они без прикрытия будут вообще. Это Блай здесь, по-моему, фигню делает какую-то. Спасибо всем большое за поддержку. И Блай сегодня радует хорошо. Бля, тебе мобильный банк с Саной списал мне сразу. Сразу списал 60 рублей. Чертов мобильный банк, ну ладно. Смотрите, крип у Блая уже под Харикейна базы. Не, сегодня Блай прям что-то вообще молодец. Заходит Беллинги на четвертую, причем Харикейн, чем он? А, он сталкеров делает. Ну правильно, по сталкерам Беллингов бонуса нет. Заходит Беллинги на дальнюю, сюда 5 пробок минус. В это время фениксы прилетают, тут Караптеры их прогоняют просто. 8 есть, 6 еще делается. Бруды летят вперед, королевы идут вперед, все идет вперед. Ну, Харикейна 200 лимита, кстати говоря. Нужно больше бейлингов Блая из 21 линга. Сейчас я бы на месте Блая вообще все в бейлингов сейчас заморфил бы. Так, Харикейна идет вперед. Хорошо, брудлинги прилетают, архончик номер один падает. Еще бы Блай... Кстати, на воздух-то бруды еще с двумя атаками, что самое главное. То есть, так, пошли там... Вперед Кайреры, Фениксы, плюс Темписты где-то сзади. Караптеров много. Караптеров в атаку надо бросать сейчас быстрее. Без Караптеров как-то чашка. Кончаются здесь интерсепторы у Харикейна понемножечку. Блай продолжает писать. Потери не в пользу. Просто в этой игре, Блай, что ты делаешь-то? Я не понял. Ох, хорошо, да, такой залп 9 брудов. Минус Архон и приплод такой брудлингов хороший. Идет вперед Блай, Беллинги врываются в Архонов сейчас актив. Архоны падают, сталкеров давар, Карапторы накидываются на Карреров, Карреры падают. Брудлорды давят, есть сталкеры снизу, хватит ли сталкеров, чтобы брудлордов минусуть? Нет, ГГ, Блай 2-0, Блай 2-0 Кин, Блай 2-0 Харикейн. Линовку 1-2 проиграл. Ну Блай еще и первое место изи займет, потому что он у него 4-0 здесь и там карту взял. У него 5-2, ё-моё. Может на первое место в группе претендовать. Изи, кстати говоря, Блай. Ну что же, ждем корейцев. На Корею сейчас. Похоже, пойдем мы сейчас, ребята. Ну что ж, посмотрим, как корейцы друг друга месяц сейчас. Так, Барса надо добавить. Так, что-то мне тут накидали, ребят. Сейчас, подождите, я вас всех добавлю, короче. Спасибо всем за поддержку, ребята, очень приятно. Ну, не понял. Все, вот так вот должно быть все. Так, Харикейн за карьеру даже меньше братка призовых взял. Это, ну, не, это вообще ни о чем не говорит, как бы, и...
о его уровне, во-первых. Во-вторых, Браток был топовым игроком в начале Вола. В первом Старкрафте еще и так же. Машу пойду в районе 5 заберу. Сейчас хотя бы одно Бо-3 посмотрю и пойду. Сейчас еще рано забирать, она слишком долго здесь сидеть будет просто. Так, да. Так, проверка связи. Air Max, спасибо за стриме. 7 рублей, да, на Киви пришло. Спасибо тебе. Так, премиумов обещал я взять. Сейчас возьму тебе премиумов тогда. Погоди секундочку. Так, другие способы. Браток Харикейна не сможет ли сейчас побить? Ну, я не знаю. А Блая сможет Браток побить вообще? Как бы, я думаю, что Браток может Харикейна побить там сколько-то карт из 10 можно в пару, но очевидно, что Харикейн... Харикейн недавно бил, мы смотрели, причем из игры там на Варде. Элайву он побеждал, Гумиху он выигрывал по 2-1. Вот на одном из последних записей, кстати, там можешь посмотреть... четвертьфинал, полуфинал, правда, слил Innovation 1-3 в финале, как бы. Ну и то даже с Innovation там сыграл. Так что Харикейн это Харикейн, ребята. Спасибо, короче, всем еще раз за поддержос. Очень приятно.
Так. Эсфейрос, сейчас я тебе ключи скину. Через точку, короче. Это 3 премиума тебе. Спасибо за поддержос еще раз. Ну что ж, Лина Харикейн. Тут решил... Опа! Смотрите, что Линок решил... Погодите! Это вообще какие чудеса сегодня творятся. То есть, играл сегодня в Лай, но в итоге мы видим прокси хату не от Лай, а от Линока. Вот это да. Так, ну что же. Опа, Линок передроп собак на мейн сделать. Извиняюсь, там в скайпе пишу в конфу. Вот. Здесь у нас Робо у Харикейна. Линок даже из такого расклада умудряется в плюс вывести. Гроба Даркшанди сделает. Собаки забегают еще раз. Продолжается Харас. Йоу. Продолжается еще раз. Вот тебе Харас. Один раз не Харас, как говорится. Вот. А два раза уже, да, может быть. Так, Линк здесь еще выскочить может. Кстати, здесь стенки нет между кибернеткой и гейтом, и здесь стенки нет. Что за бред вообще происходит? Гейт должен вот так вот стоять, и кибернетка так здесь кривейшая. Кривейшая стенка просто от Харикейна. Дарк доварпился и идет вперед. Здесь спорки везде делаются вообще. Yeah.
Так, 3 дарка, призма улетает, ребят. Короче говоря, подзахарасил. Ну как подзахарасил? Тут хата была потеряна, поэтому Линока больше потери. Харикейн выходит, третий Нексус у Линока. Так, здесь 3 Архона, кстати, плюс делки, все это вперед идет. Так, архонов сажать призму. Давайте призму будем отдавать, раскладывая для 3 зелков, когда здесь 2 архона можно было спасти и лечить. Так, 3 гейтоса, плюс здесь еще добавляется. А, еще на мэне 4 плюс 4, 8. Ну, стандартная формула. 3 нексуса, 8 гейтов. В лотве она уже выработалась. Если пушишь, то 10 можно с 3 нексусов кормить, в принципе. Чарж архива темпларов будет какой-то налом, скорее всего. Так, Эсферос есть на связи, помню, что я тебе там 3 према скинул в личку. Вот, короче, всем спасибо за премы, за поддержку еще раз. За подписки. Короче говоря, мы продолжаем смотреть в Арди Викли. Вот. Блайв выйдет стопудово из группы и будет плей-офф. Это просто великолепно, потому что этот турнир будем стримить мы из игры, естественно. Вот. Остаются Линок Кин и Харикейн. И скорее всего Блай может еще из первого места выйти. Он проиграл Линоку. И столько Линок развалят всех, короче говоря, других. Вот если Линока 3-0 будет по победам, если Линок кому-то сольет, то тогда Блай с первого, скорее всего, выйдет. Если Линок никому не сольет, то Линок с первого выйдет. Но Блай уже, я думаю, обеспечил себе выход. Потому что у него 5-2 по картам еще. Это очень хорошая статистика. Так, проходит Беллинги. Я не знаю, может быть, какая-то теоретическая возможность есть, по которой Блай может не выйти, но вообще сомневаюсь в таких возможностях, потому что он уверенно взял карту у того, кому проиграл, и победил всех. Так, что-то Харики и Налинок закромсал вообще здесь, и победил всех остальных. Что-то Харики, ну да, вообще сегодня день не задался совсем. Так. Так. Все, пошел инвайт. Сферос активировал премиум на ваш канал. Да, вот они премы. Короче, Сферос. Они теперь качество не дают ничего, но в ближайшее время GS, GS-у респект, сделаем иконки мы. У тебя как минимум будет Зилот, короче говоря. Так, сетку сейчас скину на Twitch, ребят, везде скину. Это я вручную скидываю, помните, бота нету. Линок 1-0 повел. Ну да, нет, ну пофиг, если Блай, главное, чтоб уже, что уже выйдет, скорее всего, но...
Если Линок победит, конечно, будет не очень. Так, ну что же. А, ты один за помощь подарил? А кому ты подарил? Что-то я не вижу, чтобы активировались они. Ну ладно, спасибо тебе в любом случае. Задержка 1,5 минуты 90 секунд. Ну у тебя еще есть третий, короче, ключ. Фейрос активировал премиум на ваш канал. А вот, ну два будет, как бы. На мобильном нельзя, а с фремом можно. Вот этого я не знал. Здесь собаки пробегают, ну нормально здесь Харикейн сдержал все, в общем-то. Вот. Сфейрос активировал премиум на ваш канал. Так, погоди-ка. Ты три активировал. А кого ты тогда подарил? А, или ты новый отдельно сам купил, что ли, получается? Пришел адепт. Все, здесь отбивается. Харики. Здесь хата уже готова. У Харики на Нексусе нет. Так, отправил. Спасибо тебе большое, GS. Сейчас я скачаю и буду пробовать тогда. Так, ну что же, сейчас будем скоро прогружать. А, отказался чел, ну понял. Сейчас будем подгружать тогда, ребята. Здесь гипфи открывается, я вижу пилон, будет какой-то пуш или нет, пока понятия имею. Глеф и оракул, да, возможно, оракула глеф и какой-то подпуш будет от проца сейчас. Что за картинки для тех, кто на премиум подписывается, как бы, сейчас я... прогружу и поймете вы, ребята. Что у нас здесь происходит? Оракулы харасят пока, ребят, чуть... А, вот, адепта пуш, здесь гейт получается, ребят. Давайте сейчас вот после этой игры загружу, все равно еще здесь буду. Абсолютно точно, как бы. Вот.
Я, потому что у нас здесь еще, возможно, игра будет, ведь Харрикейн вполне сейчас с адептами и задавить может оппонента. Правда, почему он пятью всего приходит, а не подождал побольше, чтобы накопилось? 5 адептов тоже с глефами нормально бомбят. 3 сныкались за минералами. Начинается харас. Оракулы где вообще? Где он этот оракул? Оракул хрен пойми вообще где летает. Здесь адепты заходят на вторую. На мэне тоже адепты 3 штучки. Но второй адепт с королевами месяца с собакой. Королеву практически сбривает Харрикейн. Начинает дожигать ее. Дожигая оракул. Тут дожег оракул. На третьей базе, кстати, дронов вообще нету спорок, которые прикрыли. 18 рабочих минус. Здесь жгет, просто унижает. Да, похоже на 1-1. ГГ 1-1. Я сейчас красмалики добавлю. Ну, тут дело не в амбициях, а в том, что раньше премиумы хотя бы что-то давали, как бы. Не хотя бы что-то, точнее, раньше они качество давали. А теперь они хотя бы что-то будут давать, картиночки, да, как бы, кому. Ну, весело, как бы, типа. Вот. Многим это не надо, я это прекрасно понимаю, как бы. Но все равно приятное дополнение для тех, кто поддерживает каким-то образом. Вот. Прыгаю сюда. Так, ну что, ребята, Ctrl F5 и должно все работать сейчас. Кто у нас там премиум? Отпишите кто-нибудь, ребят. Потому что я добавил картинки. JS, давай, ты там точно премиум есть, как бы, у тебя. Я не знаю, их, наверное, можно выбирать, даже менять, как бы. Алло. Меня с батл-крузером, типа, короче. Потому что я главный. А менять можно? А, там либо доната картинку можно ставить, либо премиумную картинку. А почему вместе нельзя? Странно это все делать, честно говоря. А, ну цвет доната будет оставаться, получается, картинки, а премиум будет здесь. 1-1, ребятки, Линок. Линок против Харьки. Ну все, спасибо, Джесс, я теперь нереально рад, короче, что картиночки теперь есть эти, как бы, что, ну,
то как бы ничего не было, вроде как возможность дали, нужно подстраиваться под новые реалии, людям приятно делать, как бы, вот. Ребят, это картинки, можно вот вместо бриллиантика этого фиолетового, ты можешь картинку поставить, короче говоря, вот. СФР, Зилка, например, как бы. Но это надо в настройках чатки самому менять. Так что, ребят, у кого там стрик есть, помните. Но это стрик, то есть Миша Майкер хочет, чтобы сделать, чтобы 3 дня максимум не переподписался. Если вот 3 дня у тебя есть запаса, то есть месяц кончится, 3 дня, если ты не переподписался, типа сбрасывается все это. Мы же там, я и Фомби, и другие люди, некоторые говорят, что ну лучше побольше сделать, пару недель хотя бы. Вот. А у общих премиумов свои картинки, блин. Ну, кстати, тоже не понимаю смысл тогда в общем, если как бы личный это отдельный вообще разговор. Еще ладно, не суть вопроса. Счет 1-1. Да, ребят, извините, что такими вопросами занят сейчас, но Блай уже победил 2 корейцев, проиграл Линоку. Сегодня я рад за Блая, и поэтому можно немножечко без Мазеркура играть через Феникс и Оракул. Так, Феникс и Оракул. Здесь есть. Оракулам надо жечь, собак ловить. Вот, Данила, Архончик. Ну я, кстати, не понимаю, получается, их нельзя самому выбрать, какую хочешь картинку. Вот. Все, Оракула кончается дэмэдж, надо собак доловить сейчас. 59-54 по лимиту. Собак-то доловить надо, не? Чё-то пока не доловить их никак. Еще одного овера выбивает здесь Фениксом Харрикейн. Твайлайта нет, глефа не делается. Пес задолбал, на мэне грызет. Пес. Все, наконец-то Оракул ставит точку в истории этого пса. Здесь 2 адепта встречаются с собаками. Нексус заказать не получается. Пилончик, ё-моё, сейчас собак пробочку спасает. Харикин, красавчик. Нексус заказывает. Ну, пока нормальная у него ситуация. 26 собак здесь. Рейнджовая атака делается как-то так. Как? Где настройки? 3 черточки в правом нижнем углу чата. Заходишь туда, настройки чата. И там сверху есть иконка перед ником, такой пункт. Противник обнаружил нас. Я не понимаю, как менять. А можно ли, я не знаю... Можно иконку менять эту или нет? А, понял, короче. Понял, для чего нужны. Я так понимаю, какая у тебя есть картинка, менять нельзя ее, получается, нифига. А почему? Кстати, JS, мне кажется, мы с тобой поспешили немножечко с юнитами. Поступила инфа из Skype, что планируют к 5 этим иконкам еще 5 в перспективе сделать. То есть 3 года, 4 года, наверное, 5 лет там, как бы вот так вот. И 6, ну и там 10, может, я не знаю, как там по срокам будет это все. 10 лет, я могу. Вот, так что нужно будет думать, то есть, наверное, будет надо отодвинуть все-таки менее такие жесткие юниты сюда вставить, а потом более жесткие. Для Зилка нужно 3 према. Вот, а для Муталиска 6, Муталиск сильнее получается. Но вот я как раз хочу выяснить, а можно ли самому картинку, короче говоря, выбирать. Ребят, короче, вы прошаренные, так что посмотрите мне, сообщите. Здесь у нас глефы доделываются. Идет вперед Линок без беллингов, зато с гидро и собаками. Глефов 10 секунд, да, глеф, филды пошли. Куда ты без глеф-то попер, ёп, парасете? Линочек, ты чего, Линок? Куда ты
Точнее, Линок-то все правильно делает. А Харри Кейн, ты куда, что он делает-то? Иммортл падает. Короче, полный провал здесь творится. Адепты разваливаются. Собак, правда, заминусовал. А до варпа еще идут. Адепт все больше и больше. Верчаш на рампу надо сюда поставить. Ставится верчаш. Харри Кейн идет. Точнее, Линок идет, пытается вниз. Все правильно делает. Короче, Харри Кейн просто тупик сейчас. Вместо того, чтобы отступить, нормально принять бой, он зачем-то полез вперед. В итоге наразваливался здесь мясо, вынужден пробовать брать вперед. Фотонка падает, адепт не хватает крайне сейчас. Но это ГГ. ГГ, ребят. А всего-то надо было отойти назад, дождаться Глеф и принять нормально бой. Все прекрасно просто было. Теперь-ка... Ну, теперь, если Кин Линока не остановит, как бы, получается, то... То все печально будет здесь. Премиум на 10 лет. Не, ну кому как бы это интересно, можно просто брать и, ну, картинки. Ну, то есть интересно, картинку сразу активировал, там, 12 премиумов на год или 24 на 2 просто, как бы, всего. Ну да, про у кого лиги проблемы будут. Опа, что это такое? Я нажал. Извините за красный экран. Это вам не какие-то невербальные сигналы. Это мой мисклик. Вот. Ну да, у кого лиги, да. Того проблемы будут. Ну я думаю, мы просто тогда, если введут 5, можно батлкрузер будет подальше сместить этот просто там, как бы, и что-то еще сместить. Подальше. У меня батлкрузер, например. Кин Харри Кейн сейчас у нас будет матч. Ну все, Джей, спасибо тебе. Чалик, да, тут на кайфене. На отдыхе там, как обычно, короче говоря, а что напрягаться-то, да? Так, сейчас мне, кстати, забыл я, что надо. Блять, 500 на Яндексе, вот это вот. От 500 только вводить можно. Придется услуги какие-нибудь оплачивать. За инет запишу, заплачу.
Спасибо, короче, Эсперос, еще раз. Женя, телефон хоть пополнил. Спасибо всем, короче, за поддержос еще раз. Гудиник. Свою собственную игру. В ФП я не планирую пока играть, может быть, только вечером. Да, красная игра, не волнуйтесь, это был 25-й кадр. Вот. Если на ваших электронных всяких накопителях не будет денег, короче, то... То все так и должно быть, а не у меня, не волнуйтесь, да. Так, ну что, что-то там черкают долго они или недолго, не понимаю вообще, что происходит. Киловатт-час, слушай, не знаю, почем. Ну как бы здесь, на этой квартире... Нормально за свет рублей 600-700 выходит, как бы, в месяц. Иногда, может, и больше даже, может быть, как бы записи ставил, круглосуточно комп работал. Так, прыгаю в игру. Ребят, это, наверное, последнее, что я сегодня застримлю из Варди Викли, потому что, ну, дальше мне надо будет идти, короче. За Машей в садик.
Так, ну все, ребят, я здесь. Погнали, Харрикейн против Кина. ПВТ у нас. Не знаю, отыграл ли Кин там у нас этот... Кстати, да, он же играл этот... Base Trade TV Star League, получается. Как она кончилась-то? А, она еще никуда. Финал. Проиграл Кин Хиро, короче говоря. Три-один-три. Гумиху и навычно 3-2. Есть Гумиху топовый вообще в последнее время. И навычно вред. Молодец, молодец, что и говорить. Так, здесь Nexus готов. Адепт в Старгейт сразу Мазершип Кор, соответственно, будет поздний. Причем, ну, второй адепт будет. Причем сначала Оракула придется заказать. Джерел Форевер. Ну, прописан в квартирах, это уже напряжно, конечно, все с перебором, а вот денежки можно, да, там, с карты ушли куда-нибудь там, это, да? Две пробки, Рипер минус, ну, здесь адеп всех обстрелял просто рабочих, ну, как всех, три рабочих обстрелял, и в Марика еще дал, но ничего не минуснул, здесь один хп, да, один хп у КСМ-ки одной осталось, и адеп домой уходит просто сейчас. Оракул делается, причем... Так, а видел Старгейт? Да, конечно, видел Старгейт. У нас Кин получается. Ах, ничего себе, Кин. Оракула хорошо встретил. Практически ничего Оракулом не получилось сделать. Стим почти готов. Три барака, один, правда, без пристройки все еще. Опа. Вообще не заметил я, ребят. Что-то вылетаю сегодня в облаках. Пришла просто Мариков, пачка такая хорошая. И начинает крошить третий Нексус. Третий Нексус Харрикейну просто минус. Харрикейн, похоже, сегодня от всех отлетит. Но если Кинг победит, это хорошо для Блая. Почему? Потому что если он победит Харрикейна, у него будет шанс выйти, если он Линека, например, закрошит. А это значит, Блай с первого места может выйти. Не знаю, что это даст вообще. Но в плей-оффе он на второе попадется место какой-то другой группы. Да, это на самом деле такой важный достаточно момент. Вот.
минус полетел, еще дропчик сейчас. Так, килажура игры я давненько уже не видел, но килажур неплох, да, сейчас, как тиран он неплохой, в принципе. Так, здесь магрики дропнулись, хорошая такая пачка. 14 штук. Симица Кин заходит с центри, минусовать начинает. Сталкеров минусует, просто никак, ничего не сделать здесь. Минус Мазершип Корп, пробочки минус. Но это похоже на 1-0 в пользу Кина, ребята, очень сильно это похоже на 1-0 в пользу Кина. Оракул прилетел, слился в хлам. Мазеркор не восстанавливается. Блин, скоро будет готов. Пока-то блинка нету. Не знаю, что Ким здесь. Так, скан минус офсевер. Сталкеры падают. Да, по-моему, ГГ уже смело можно Харики написать. Так, одна пробка единственная здесь бегает. Секунду, кто-то пришел, кто-то пришел. Так, прошу прощения. Саня пришел за мелочью. Пришлось ему немножечко бороду наклеить сейчас. Потому что я спешу, да и потому что мелочи нету. Так-то. Так, 16:37, прыгаю в игру. Кстати, может еще и получится Элина кат стримить, не знаю. Ну что, прыгаем, смотрим. Конечно, бухло. Судя по виду и тяжелому дыханию, вчера Саня боярки где-то там перебрал. И нужно еще, блин. На что ж еще? Ну что, Кин против, ребята, сами понимаете. Харри Кейна. 1-0 он ведет уже. Вторая карта у нас здесь.
Так, сегодня я не знаю, сейчас зависит от того, сколько пойдет этот матч. Если он пойдет долго и уже Даркник будет... 1987 впервые подписался на премиум. Спасибо, Dark Knight, но теперь ты собачкой можешь быть в чатике. Вот. Если Саня Хардстоун будет стримить на Твиче, нет, стримить он ничего не будет. Если только не открыть проект типа этой, блядь, как там, тупорылая это, ну, прикидывалась, в доту играла, либо этого, типа, сидела, вот, такой проект, типа, бухаем боярку вместе, можно какой-нибудь открыть такой, типа, вот. Но нет, не стоит. Только тогда. Потому что Саня сам технически не сможет сделать как бы ничего. Валерий Ширкин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: спасибо за стримы. Спасибо, Валерий. Спасибо всем, короче, пацаны, кто поддерживает большое. Плату за интернет. Я не знаю, наверное, там нет интернета. Просто здесь все время по одному поводу приход. Я уж думаю, надо сказать, что как-то то как за зарплатой после бухача этот приход происходит, как бы оно вот стабильно мне это начинает немножко не нравится. Потому что уже к маме моей там Саня заходил, просил у нее, как бы, ну ладно, у меня. Вот, ну, мамы не надо. Так, плюс пилу на раку вперед летит опять же. Диминг, где ты? А вон она там за минеральной линией. Бах, отлетался, Харикейн. У Харикейна сегодня какая-то минус мораль. Карина, да, Карина. Чё-то я совсем подзабыл. Второй Араку вперед полетел. Опа! Карикейну реально не прет сегодня. Второй Араку не долетает никуда. Стимпак щиты как-то так. За 100 рублей стример выбивает один пузырек. Не, ну 100 мало. 100 мало. Надо другие какие-то придумать интерактивы, а пузырек там за рубль хотя бы, чтоб, потому что, ну, это перебор, как бы. Саня и так уже, не знаю, просто, ну, вот у человека здоровье просто, то есть ему намного больше, ну как, 35-то Саня точно есть, как бы. Да, есть 35. Хотя, может, нет, 83-го где-то, наверное, 82-го. Вот. Ну, блин, там уже о здоровье речь мало идет, как бы, поэтому. Так, улетает медивак сейчас. Харикейн прилетел, кинг Харикейн на харас, сумел улететь. Здесь третий Араку, который ничего не убил вообще. Так, по премиуму инфа пока следующая. Обсуждается все это. Майкер отписал, что 3 дня будет на переподписку, чтобы стрик не сбросился с личного премиума. Ну, чтоб вот месяц, там полгода не сбросилось. Вот это. Но Фомби пишет, что давайте хотя 15 дней. Я говорю, давайте вообще месяц. Аймер, подчеркивание, бы поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает. Это известнейшая швабра Карина. Спасибо, МРБУ, да. Я не знаю, она там живает, Карина, еще или нет. Что-то, ну, уже
прошел ее так, как говорит, с хайпа, и, наверное, уже все там не работает. Вот. Вот этот раз Оракул неплохо залетел. Турек, вот, не понимаю, наглость тирана. Есть инженерка, есть все есть. Два Оракула на халяву минкой сбили. Построить туретку. Так, в это время дроп на мейн. Отключается блин, кстати говоря, здесь. Еще один пилон пытается выпилить здесь у нас Игаким. Просто два пилона, кстати. Два пилона все здания питали вообще у Протца на мейне. 8 пробок минус, и нормально все у Кина до сих пор. Бараки добавляются, пристройки строятся. То солнце, то тучи, как меня достала эта хрень, короче. Вообще не солнце, то светлое, как-то все, то темно. Спасибо еще раз всем за поддержос, ребят. Мы встретили свою судьбу. Что-то сегодня прям как-то идет, да? Ну хорошо, да и как-то настроение нормальное, бегаешь сразу как-то. Ну бутылку из крака, 10 рублей, 1 грамм, бухлишка. Бля, ну если там Сань на вискарь перейдет, то это вообще тогда, конечно, да. Ну, короче, много у меня здесь район. Как бы это очень печально, на самом деле. Много тех, кто уже, мне кажется, назад не повернется с этой дороги. Как бы вот бухла до Талова, как бы. Это очень печально, как бы. Смех смехом, но как-то так, да. Так, ну что, адепты, плюс сентри, 5 штук. Аст активирует премиум 8 месяцев. Спасибо, Астейч. Надо мне что-то в чате, я много вопросов написал, все работают, походу никто не отвечает, нифига. Надо с Майкером созвониться, у меня много и по премиуму вопросов, и по всей херне, короче говоря. Адепты меньше, да, давар пошел хороший. Забегание на дальнюю, вторую, здесь минки, либера... Ой, как минки бомбят, жестко. По либераторам два сплэша, мин зашло 80 хп, как не бывало. Но кин отбивается, все сажает, там четвертый никс уже. Колоссы пошли, сколько либераторов? 6 штук уже. Фьюжн кор сейчас будет дальность либератором, скоро заказ немножечко слабый завтыкал из-за того, что атака шла. Моршай... АСТХ проверить, у тебя муталис должен быть, короче. Картинка в чате, по идее, ну тебе ее сменить надо. Оракул прилетает, нажигает 26 пробок минус. И как меня бесит эти кончи тираны, которые просто, ну вот такая стадия игры. Да построй ты по туретке, ё-моё, вообще. Второй день урагана, я вот тут в погодной группе ВКонтакте смотрю новости там. В Самаре смерч зарегистрирован, в Самарской области, в Татарстане смерч, там даже какие-то дома покрошил. Реально, как бы, повышение температуры, и даже у нас стали часто торнадо возникать, как бы, где поконтинентальнее у нас-то навряд ли, как бы, будет здесь. Вот. Мне, кстати, во сне часто снится, что у нас где-то торнадо происходит, как, может, мне просто интересно это, да? Вот, поэтому и снится, очевидно, да? Мистику здесь искать не нужно. Минки копаются, ребят. Выпиливают минки, харикейн. Две штуки. Отбегает кино. 173-153. Что-то как-то, да, здесь... Что-то как-то здесь жестко. Thank you.
Так, с Ливен куда пропал? Работает куда? Вон этот... кредиты юрлицам выдает в Тинькове, по-моему, в банке или где-то там у себя в Екатеринбург переехал из Магнитогорска, насколько я помню, он говорил. Если ничего не изменилось, то как-то так. Ну что, Сферос активирует премиум 6 месяцев. Опа. Как это ты сразу 3-то плюс? А, там можно, да, сразу на 3 месяца и активировать на свой канал. Теперь муталец по-любому там. Архон это год, Battlecruiser это 2 года, кстати, Battlecruiser не то, Илюха Battlecruiser точно там. Так, с такой картинкой. Настройки чата, настройки чата снизу, где 3 полоски, вот. Там можно картинку за премчик получить эту. Ответный огонь! Привет, К, привет всем. Я тебе во сне снюсь. Смотри, поаккуратней с малолетства такими вещами-то заниматься. И ты, Ботаникей, на премиум подписывался? Ну это премиум, а картинки, ребят, как бы. Так, призма минус. Ну, кстати, я не знаю, надеюсь, ребят, просто уже лиги были, идет вперед, Кин, короче, разваливается, здесь мясо, либераторы уничтожены сталкерами, темпестами. С интригой ж поминусовали они несколько штук, но тут развалился Кин, это очевидно абсолютно. Либераторы вообще не разложены, здесь сливаются, что за ошибки-то тупые, вот. Короче, надеюсь, вам понравилось, потому что лиги, там всякие лиги, как во втором Старкрафте, и у Мэджик, и у Зерга. Вот, я... решил, что надо сделать что-то другое. Спасибо, короче говоря. Спасибо, короче говоря, GF за помощь громадная. Спасибо. Вроде всем нравится пока что. Месяц линк. Кстати, линга еще не видел. Месяц линк. 3 месяца зелок. 6 месяцев муталиск. Год. Архон белый. 2 года Battlecruiser. Так, пошла атака. 137-173. Кажется, Кин здесь убивает он или нет, не понял. Да, убивает. Кин 3-3 еще при этом всем, даже не готовы к рейдике. Колоссы падают, но сверху 2 темпеста, их марики вынести могут темпестов. Не, ну один Марик 5 темпов не может вынести. Ребята, адепт приходит, 5 это уже много вообще. Да, это типа ты архон. Значит, у тебя год есть уже точно, как бы. Так, почему не принял вызов от Харди? Он мне написал личку, я все хотел написать, что нет, меня это не интересует, но как-то времени пока нет. Времени нет, да и херню я такой заниматься не буду, конечно же. Рэп, он рождается на просторах киберспорта, Старкрафта, игр, Кайла. А не вот эта шляпа, петушиная там. Батл и т.д. Рэп. Светлая музыка льется, как вода, понимаете, Михей пел. Так же и здесь. Рэпачок льется со Старкрафтом вместе. Архончиков 5 делает там у нас Харикейн. Сколько? 7 темпистов уже, жесть. Викингов 8 по 4 строится. Кстати, если удастся викингов намасить, есть шанс. Ведь боевой лимит пока что. Пока что у Кина не намного меньше. Куда ты летишь? На 7 темпистов. 2 викинга как сдуло вообще моментально вообще.
Это викинги на клике сливаются, Кин наламывается там на базу на дальнюю, принимает бой, 114. Не, ну это ГГ, тут Кин решил, что он что-то разберет, но он не разберет, там два адепта ему больше убьют юнитов. Конечно, здесь скорее Кейн отбивается, Кин мародеры, здесь уже воздух, здесь уже и морфу, здесь жесть полная вообще. ГГ ВП. А мог бы на самом деле разобрать. Ну что, следующий матч. Левая мульти за смайлы крутится. Ну как-то так, ребят, да. Гумиху Хира 3-0, что-то Гумиху совсем мощный какой-то стал. Мишаня больше не пьет в гаражах, он чисто понял, что Помич бегает сейчас, бомбит Бруси. И турник на этой неделе сам решил так делать и чисто тренироваться и разваливать бичей, завозить, короче. Получать выгоду просто финансовую. Так. Один на один, ребят, третья решающая карта. Поехали. Ты батла можешь поставить, Илюх, кстати говоря, в картинке, как у меня. Потому что у тебя-то вообще там под 3 уже года ближе идет. Вот. Покажи бицу, хоть как ты не туда попал, друг. Не на тот стрим маленько. Ну что, ребят, третья решающая карта, извиняюсь, сейчас будет рекламку. Или, ну, быстренько, кстати. Смерть на пороге. СМ готов.
Так, баня. Короче, наглухо. Я вспомнил, это ж... Утырок, блин. Так, ну ЦЦ-щика там морфится, ребят, смотрю. Да не, по-моему, Архон вообще топовый, его хорошо видно. А вот Battlecruiser, ну, неразборчивый какой-то. Вот самая мощная картинка какая-то, не очень разборчивая получилась она. Так, заезд тут геликами идет. Рипер минус, гелик минус. Одну пробку пока минуснул. Не, у нас обычные юниты, не надо пек нам там всяких. Вот. Пеки есть, смайлики в чате, как бы. А картинки там, а все равно здесь плохо видно на самом деле. Вот Муталиск вообще, конечно, красиво выглядит. Ну, как-то четко прям виден. Так, три барака строятся. Лаба на старпорте, она под барак, я так полагаю. Да, под барак это лаба. А, здесь две лабы. Один танк факта высвободит или нет? Факта ничего не высвобождает. Здесь одна лаба так будет заказана, одна сюда, видимо, перелетит. Или нет? Не, ни хрена что-то. Никто не перелетает. Здесь лаба тоже стоит, что-то втыкает здесь немножечко ким. Вот сейчас только перелетает. Призма летит вперед. Об севером видит прекрасно, Харикин, что здесь происходит. Третьего Нексуса пока нет. Гейтов сколько? Три гейта. Скан минус обсервер. Да, Харас сейчас пойдет. 4 адепта летят на мейн. Выход от Кина идет. Вообще, блин, до стимпака, до щитов. Вообще непонятно, какой это выход получается. Давар трех адептов на мейн. Надо призму фокусить. Призму-то сфокусить. Но адепты уже в это время столько юнитов заберут, что просто жесть вообще. Так, что-то ты не то, Тига, там ты прислал. По-моему. И здесь выход отбивает легко Харри Кейн, короче. Противник атакует КСМ. Бывает вообще. Бывает, бывает. Только рванулось. Так, здесь блинк плюс броня. Короче, здесь... Уходит Кин хоть чем-то наверх сейчас. Ну, еще пока шанс есть. Еще пока есть продакшн. По экономике не дико сильно проседает. И здесь ведь третьего Нексуса нет.
среди теней. Здорово, не разим. Ну что, тут 6 рабочих минус, дропается кин. По лимиту, кстати, в плюсе. Третья цеха построена. Месиадет пришел шатать. Марик минус. Опять адепты мейн расхарять. На либераторами призму сбить наконец-таки, блин. Либераторов-то 5 штук, их много. 130-108, полимит потери. У протса больше. Так, либераторов гоняет, не нагнать никак. Вот сейчас собьет, видимо, да? Медивак минус. Центр идет. Так, ты уже херню как-то занимаешься. 140-118. Да давит или нет, интересно. Два дестабилизатора строится. Надо. Смотрите, у Кина выход идет. У него вообще 0 медиваков. На карте просто. Не только там в выходе, а в принципе у него 0 медиваков. Так, либераторы раскладываются. Айсталкеры, какой снаг. Какой пулеметная очередь здесь пошла. Минус робо, минус пилон. Ну все еще дестабилизаторы. Не строится опять под либераторов под всех. Заблинкнулся у нас Харики. Неопределенно, но с Харикейном сегодня что-то не то. Минус пожа еще. Как? Ну, сплит от Харикей, сплит от Кина, конечно, тоже так себе, я бы сказал. А он отсутствует просто. Но сюда невероятная какая-то линия юнитов идет. Ну здесь все перекрыто. ГГ Харикейн пишет тебе. ГГ. Так, Кин против Линека, типа, сейчас должен быть. Так, секунду, ребят, стоп-стар сделаю сейчас с рестримом в Варде. Поставлю, надо Машу из садика сходить забрать.